Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами находимся в замечательном месте гастроном Стокман. Сегодня мы с вами будем готовить кролика, который предварительно будем мариновать в пиве, а затем подавать и тушить в сливочном соусе. Мы с вами подготовили уже нашего кролика. Вот смотрите, мы нарезали на небольшие порционные кусочки и выкладываем в нашу форму. Для чего мы взяли с вами глубокую форму? Для того, чтобы, соответственно, наш кролик был покрыт полностью маринадом. Итак, кролик у нас с вами подготовленный. Добавляем туда чесночка, лук. Лука нам потребуется с вами немного. Возьмем с вами две небольших головки лука. В принципе, можно порезать луки побольше, покрупнее. Вот. Также подготавливаем грибочки. Грибочки нарезаем на ломтики, можно пополам покрупнее, потому что это все у нас будет тушиться с вами, вернее всего запекаться в фольге на гриле Димплекс. Вот наши ингредиентики. Сюда же мы с вами немножечко лаврушечки добавим, черный перец горошком. Если нет черного перца, можете использовать и молотый. Ах, какой аромат, замечательно. Не больше 2-3 штучек гвоздики. Гвоздика очень дает сильный аромат. Добавим немножечко свежего розмарина и тимьяна. Итак, вот у нас, я думаю, что достаточно будет тимьяна, веточка розмарина. Вот. Ну, в принципе, у нас все ингредиенты с вами подготовлены. Осталось только добавить бекон. Почему я сразу вам рекомендую? Потому что это более такой, знаете, вариант, который будет подходить для приготовления на природе, где-нибудь в условиях, которые лучше использовать гриль. Итак, вот мы с вами бекон. Бекон мы почему с вами кладем? Он жирненький у нас. Он у нас будет давать сочность и не даст кролику усохнуть. Вот это вот у нас такой вот маринад-гарнир. И вот мы вот так вот крупно нарезаем бекончик. Смотрите, все ингредиенты у нас с вами подготовлены. Не хватает одного ингредиента – соли. Соль мы сегодня будем использовать морскую. Вот, посмотрите, соль. Мы сразу ингредиенты посыпем солью. И все эти ингредиенты сейчас в наш подготовленный кролик мы закладываем. Вот, мы заложили бекон, сейчас закладываем грибы, лук. То есть, одним словом, овощи. Вот. Больше всего соль нужна овощам. Овощи, если вы знаете, они, особенно грибы, если мы в подсоленную воду их опустим, они быстрее открывают свой вкус. Вот, посмотрите, у нас подготовленный уже наш набор продуктов. Мы положили сюда грибы, тимьян, лук, чеснок, бекон нарезали. И сейчас мы будем заливать наше блюдо пиво Хугарден. Открываем. Наше пиво с вами открыто. И мы заливаем. Смотрите, как воздушная пенка пивная обволакивает нашего замечательного кролика смешанного. Смотрите, вот не пощадил наш кролик пиво. Вот все пиво ушло ему. Все, дорогие друзья. И вот наш кролик, который полностью покрыт пивом, замаринован с грибами, с беконом, луком, чесноком. Мы добавили тимьян, розмарин, немного соли. И заметьте, здесь тоже присутствует лавровый листочек, черный перец и гвоздичка. И вот сейчас мы лоточек закрываем и ставим на несколько часов в холодильник. Дорогие друзья, мы с вами достаем нашего
уже подмаринованного и замаринованного кролика. Вот, смотрите, он достаточно получился у нас такой интересный. И как я уже говорил, что нам потребуется 3 слоя фольги снизу и 3 слоя фольги сверху. Вот мы сейчас с вами подготавливаем фольгу. Мы наши все ингредиенты выкладываем. Вот мы с вами выложили. Заметьте, как кролик впитал в себя пиво. Немножко у нас маринадик остается, мы его выливаем. Слегка края подгибаем, чтобы не разливалось. И накрываем сверху 3 слоями фольги. Слегка прижимаем, подгибаем на края аккуратненько. Немножко расправляем с этой стороны. С этой загибаем. Что мы видим? Мы видим с вами, как я и обещал, конвейер получился у нас с вами. Сейчас мы открываем с вами наш разогретый гриль Димплекс. Хочу еще немножко поговорить о нем, потому что это замечательная канадская техника, которая позволяет как использовать в прямом назначении гриль, так и как его можно использовать как духовочку, благодаря тому, что он имеет крышку. Итак, мы с вами открываем наш гриль. Гриль разогрет. И мы с вами, мы этот гриль с вами выставили на соответствующую программу и закладываем его на горячую поверхность, на тены. Крышку мы с вами закрываем. Кролика мы будем готовить в течение часа. У нас есть с вами время приготовить замечательный соус, который мы будем использовать кролику. У меня осталось немножечко грибов от кролика, который мы добавим чесночок. Вот так вот слегка нарезаем ломтиками. Добавим сюда немножечко черного перчика, пару горошин, лавровый листочек. Нам потребуется оливковое масло. В сотейничек мы наливаем оливковое масло и закладываем наши ингредиенты. После этого мы ставим с вами на плиту и обжариваем. Нам останется только добавить туда белое вино и сливки. Грибочки обжариваются. И мы с вами вливаем вино. Даем вину выпариться. Ах, какой аромат! Белиссимо! И вводим сливки. Сливки мы ввели. И нам немножечко добавляем соли. Подсолили. В то время, когда у нас закипают сливки, мы с вами вспоминаем о замечательном швейцарском блендере Bamex. Bamex, который произведен для профессионалов и пригоден использованию в домашних условиях. То есть напоминаю, что Bamex хорош тем, что все его погружные элементы состоят из металла, что придает блендеру долговечность и удобность использования. Итак, у нас с вами сливки закипели. Мы с вами берем блендер и всю нашу массу с кипящими сливками пробиваем. Заметьте, у Бамикса погружной элемент, который позволяет быстро пробить. Итак, я напоминаю, что мы сегодня с вами готовим тушеного кролика в пиве с грибным соусом. Грибной сливочный соус готовится элементарно, быстро, легко, практично. Все. Итак, все ингредиенты у нас пробили. Даем мы еще раз прокипеть соусу. То есть он у нас немножко подтянется, дойдет до однородной консистенции. И, в принципе, соус у нас готов. Дорогие друзья, у нас с вами готов кролик. Мы легким движением перекладываем его
на нашу досочку. Какие божественные ароматы здесь. Как все великолепно. Итак, мы открываем его. Вот он какой красавчик получился у нас. Смотрите. С грибочками, беконом распаренный. Вот. Мы даже не будем его доставать из фольги. Сейчас нам осталось прям вот, смотрите, просто полить это все соусом. Вот. Смотрите. Мы все поливаем соусом нашим грибным. Дорогие друзья, наш кролик тушеный в пиве со сливочно-грибным соусом готов. Приятного аппетита!